В этом видео я вам покажу, как я отправляла посылку через InPost. На сайте я заполнила данные свои получателя. Получила я такую бумагу со штрих-кодом, со всеми данными, приклеила ее на посылку и пришла к почкомату. Выбрала польский язык, так как у меня уже есть штрих-код на посылке, поэтому я в меню не заходила. Я просто сосканировала этот штрих-код. Открылась одна из ячеек в этом почкомате. Туда я положила посылку, закрыла и, собственно, все. Дальше посылка ждала курьера, который заберет и отправит по месту назначения. Все очень легко и просто. Я такой способ отправки посылок по Польше очень рекомендую. Не нужно идти на почту, там долго стоять, что-то оформлять. То есть вы это все делаете дома, особенно если у вас есть эта друкарка дома, то вообще проблем как бы нету. Ну, у меня нет, я ходила, распечатывала. Ну, все же очень рекомендую, очень удобно.